1 июня исполняется 96 лет со дня рождения легендарной блондинки Мэрилин Монро. Настоящее имя девушки – Норма Джин Бейкер. Ее детство было трудным, поскольку прошло в приютах и приемных семьях. Мама Нормы страдала психическим расстройством и много времени проводила в больницах. Чтобы зарабатывать на жизнь, девушка трудилась на авиационном заводе, красила самолеты и проверяла исправность парашютов. Как-то на завод с армейским заданием прибыл фотограф Дэвид Коновер. Он сфотографировал не только технику, но и 18-летнюю красавицу Норму, после чего передал ее фотографии модельному агентству. Так и началась творческая карьера сногсшибательной Монро. В 21 год Мэрилин Монро появилась в фильме «Опасные годы» и была очень рада, ведь мечтала об этом с детства. А вот настоящая узнаваемость и слава пришли к актрисе, когда ей исполнилось 27 лет. Тогда на экраны вышла картина «Ниагара», где Монро исполнила роль роковой женщины Роуз. Эта работа принесла ей звание главного секс-символа Голливуда. Почти в каждом фильме актриса представала в образе глуповатой и сексапильной блондинки. А в жизни легендарная Монро была значительно умнее и глубже. Она любила читать, занималась благотворительностью, умела защищать друзей, выступала против расизма, была блистательной красавицей и вскружила головы многим мужчинам, среди которых был и президент США Джон Кеннеди. Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Эта дата появилась в Париже в 1949 году. Ее инициировала Международная демократическая федерация женщин. Через 40 лет Генеральной ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах ребенка. Это первый международный документ, свидетельствующий о полномочиях детей. Тем не менее, по оценкам ВОЗ, ежегодно около 1 миллиарда детей в возрасте от 2 до 17 лет подвергаются насилию – физическому, сексуальному или же эмоциональному. Поэтому главная цель праздника – содействовать защите жизни и здоровью детей. Символ этого дня – зеленый флаг. Цвет, олицетворяющий веру, гармонию, доброту, процветание. На флаге изображен символ нашего общего дома – планета Земля, вокруг которой расположены человеческие фигурки разных цветов. Они символизируют разнообразие и терпимость. Кроме того, 1 июня – Всемирный день родителей. Его учредила в 2012 году Генеральная ассамблея ООН. Ведь именно родители непременно должны отвечать за безопасность и благополучие детей. А каким будет 1 июня 2022 года, зависит от каждого из нас.